Всем доброе утро, доброе утро. У нас здесь котенок потерялся чей-то. Котенок такой ручной, ребят. Ручной. Когда позавчера пришел сюда, весь чистенький. Ну, домашний чей-то котенок, я не знаю, жилетовские. Ой, мы вечером сидим, он на шею к нам. Мы его кормим с Надькой. Жилетовский, чей котенок? Это котенок, ребят, такой ручной, хорошенький. На, кс-кс-кс-кс-кс. Ну-ка, повернись. Гляньте, какой хорошенький. Жилетовский, чей котенок? Это где-то с 9-го, с 10-го, с 8-го дома. Уже объявление дали. Кс-кс-кс. Ай, что ты, сладкий? Он такой ручной, не боится, он не дикий, он чистенький. Это уже сейчас вот у него такой слой, это, ластичный был. Жилетовский, кто котенок потерял? Ой, ребят, уже жара. Сейчас пойду помидор возьму в магазине. Эти пальчики по 70 рублей. Пускай салат делать. Сейчас только помидоры, картошки. Сейчас позавтракаю, кофе сделал. Сейчас перестирала все. Все перестирала. Дома убралась. Ну как, у меня тут чисто. Что? Как моя тетка говорит, пускай бедно, но чисто. Вот. Открыла она магазин или нет? Ой, а у нас церковь бьет. Сегодня 13-е. Сейчас я вымоюсь, позавтракаю и пойду. У нас сегодня день поселка. День поселка. Церковь бьет какой-то праздник, что ли. Не знаю. Пойду я, открыла она. Ой, духота, ребята, вообще не... Я даже не умывалась, я сейчас мыться буду. Позавтракаю. Слышите, церковь? У нас же лето церковь построена хорошая. Слышите? Какой-то праздник, что ли. Сегодня 13-е. Завтра тоже праздник. Медовый спас. Завтра медовый спас. Ладно, пойду я. Пойду помидор возьму. Что это такое у меня? Поцарапало я. Ну что ты? Вот он, старший по дому. Наш старший по дому чешется. Ну, что ты? Вот он, старший по дому. Вон цветы распустились у Катерины. Жарко очень, пойду я. Так, телефузики взяла по 70 рублей последние, пускай. Это, там мне еще есть, сказала, это во вторник только. Чеснок еще взяла. Вот этот взяла паштет нежный, уберу. И это окорок. Пускай. Все. Так, телефузики, сейчас я позавтракаю. Ваша любимая сковородка 41-го года, окорок, две помидорки, два яйца мужских и чеснок. Три зубчика. Хлеб, соль, вилка масла и кофе. Кофе, а сколько песка? 5 или 4. Да, мне не жирно. Хватит жить, как попало. Будем, как придется. Еда – это чудо. Телепузики, ходить и шевелиться вообще невозможно. Вот не поверить, какая жара. Не знаю, как у вас, но... Сейчас я пойду поем, пойду вымоюсь. Сегодня праздник у нас здесь, сегодня 13-е. День поселка.
ансамбль хоть какой-то будет. Вио. Ой, персерные. Или какой-то праздник. Ой, это приедет ансамбль. Песнеры, что ли? Или как она? Синяя птица. Это вчера бабы сидели на лавочке. Вот девки не соленые, не могу. Ну, бабы сидели на лавочке вечером и говорили. Песнеры. Или синяя птица будет петь песни. У нас же летово. Ольга Валерьевна, ты даже не моргнешь. А что мне моргать, я не знаю. Сказали, что... Или вирасы. Кто-то приедет. Ребят, такая жара, невозможно, ребят. Жарко. Это ума непостижимо. Боже мой. Во сколько я спать лежала, не знаю. После эфира пошла на лавочку, посидела с соседкой. Только легла, в интернете лазю. Танюха сообщение прислала. Пошли в эфир. В группе сидели в эфире. Никто не вышел к нам. Мы вдвоем сидели. Ну и все. Посидели. И спать с Танькой пошли. У Таньки рыбы 3 штуки были такие здоровые. Холодного копчения. Копченая. Ну, она это... Она сказала, с рук купила. Ну, речная. Окунь, что ли? Вот такие большие. Или горячего. Не, горячего копчения. Коричневый прямо. Живут же люди в Голливуде. Кофе хочу, не могу. Она, наверное, остыла уже. Кофе, наверное, остыла. Хорошо, когда холодный. Такая жара. А эта девка макать. Вот она, макать вкусно. Вот она, жижечка. Помидоры здесь. Ну, когда лошади зовут этих конях. Свинья.
девки, а вот так вот вкусно. Моя бабка, девки, не знаю, как вы, я тоже городская, но я вам сколько раз говорила, не посолила, не могу не соленое. Я дичину не любила, я любила в Плотняново. Это там все родственники Плотняновой всегда. Бабка сало нажарит. Ну что, хозяйство было большое. Нажарит сало и хлебом черным. Вот так вот. Раньше черный хлеб какой был натуральный, с дырочками. Вот так вот. Райпо привозили. Я тоже работала в райпо сперва во Льва, а потом в Кондрове. Угу. Ой, Валерина, ты такая сексуальная, озабоченная. Ты такая красотка. Слышите, Чучундра, вы еще молодой, меня не видели фотомоделью. Угу. Вам будем писать про меня. Вы свои покажите. А я красотка. Угу. Бомба. Вообще хочу, не могу. Здесь жара. Вот это вкусно, девки, вот. Вот так вот мажьте, девки, я вас научу. Хлеб отрезаете, кто белый, я черный ем. Белый мне нельзя есть. Если я белый съем, у меня на 5 сантиметров жопа вырастет. И живот. Я же тоже девочка сзаду хочу похудеть. Вот так берете. Ой, вот она тюря, ой, не тюря, вот такая жижечка. На стол упадет, тоже подбирайте, как я. Так берете. Ой, вообще вкуснятина. Ребята, вы не понимаете просто, это кайф. Вы не понимаете. Сковородку не мойте. Зачем вам мыть ее? Все равно жарить там надо. Я сегодня картошку пожарю. Это как ее, с чесноком. Угу. О, чай надо попить. Бой, кофе. Сейчас мыться пойду. Шумелка мышь. Девки. Девки, ну приезжайте в гости. Ну что вы воображаете? У меня Настя, Айк был, Николай Сергеевич был, Лёсик был 2 раза с Шиком. Ничего не страшного. Приезжайте. Они живы, уехали все. Им даже понравилось. Угу. Так, хлеб на 4 части. Птички, слышите, поют. Так. Кто там орёт, я не пойму. Я не знаю, девки. Сейчас ты жизнь такая, орут как резаные. Орут как резаные, я не знаю. Неужели спокойно нельзя разговаривать?
сейчас жизнь такая. Кто у нас только не живет вообще, и девки, вы только видели бы. Любая нация. Боже упаси. Но жара. Боже упаси. Сейчас голову вымоем. Так вот намазывать надо по-деревенски, ребят. Ребят, живите, жизнь одна. Живите, как вам удобно. Никого не слухайте, во. А? Бесподобно. Бесподобно, ребят. Наташе не звонил, не буду. Пускай она мне звонит, правильно? Я тоже не работающая пенсионерка. Пенсию отняли. Ой, я не пойму, все такие хитрые. Я постирала. Ну так, не так уж много, но пойдет. Заманова, привет. Она меня пишет. Ой, всегда смотрит. Она мне в WhatsApp пишет. Оль, я тебя все видела. Ну, она смотрит, не пишет просто. Заманиха, привет. Угу. Пойду спаснуть. Ой, ладно. Обожралась, да, чтоб не рыгаю. Ладно, телепузики мои, сахарные заводы, мои муси-пуси.
Осталось чуть-чуть, и вам идти 1 сентября в школу. Я уже бабушка, у меня тоже сынок мой Руслан. Ну да, ребят, свинья ты, ну, благодарная отрыжка. Ой, свинья ты, Ольга Валерьевна. Ну да, ребят, у меня тоже сынок мой. Да, я для него сынок, я говорю его. Для меня он всю жизнь будет сыночек, потому что я его очень люблю. Все в жизни бывает, конечно, девки. Ну, для меня он сынок, и я горжусь им. Пускай будет его детям, моим внукам, хорошо, чтоб все видели. Не как некоторые брошенные дети ничего не видят. Мои дети, слава Богу, и невестка работает, и он работает, и отдыхают, и одеваются. Господи, пускай это будет до конца их жизни. Вот. Еще я хотела сказать. Что я хотела сказать? Скоро 1 сентября, ребят. Скоро осень, слава Богу. Я люблю осень глубокую. Ни жарко, ни холодно. Идешь такая, три татушечки, а я иду такая вся, Дольче Габбана. Сейчас, ребят, я вымоюсь, пойду, наверное, схожу по Шлынду и посмотрю, что там. Это день поселка. Да что там одно и то же, девки, одно и то же день поселка. Что там, пьяные какие-то ансамбли приедут, не знаю. Это ладно, там молодые, и то там неинтересно. Люди сейчас, извините, правда, если начнут пивасик пить или водяру, они идут на дачу. Сейчас дача у всех, или дома собираются, и три татушки. Правильно? Я еще хочу, телепузики, поблагодарить вас за подписки и там, и на втором канале, и на первом, за просмотры, за лайки, за комменты хорошие. Я вас обожаю. Кто приедет ко мне, приезжайте, не стесняйтесь. Спать я вас положу на пол. Ничего страшного, сама на диване, вы на полу. Ой, да ладно, Лёсик, гостиницу шиком снимали вот здесь, вот Товарково, гостиница, они. Вот. Да ладно, на диване штабелями, приезжайте, пивасик берите, только хороший, а то от нехорошего голова болит. Ну, еще что, или, вот, не, сейчас жару водку пить опасно. Ой, да сейчас все опасно. Мне не жирно, сам не знаю. Давайте, ладно, до вечера. Вечером приходите, музыку заказывайте, ребят. Заказывайте песни 100 рублей. 100 рублей, ребят. 100 рублей – это сейчас буханка хлеба. Ну, некоторые 100 рублей – это деньги, да. Для меня тоже 100 рублей – деньги, ребят. Я в интернете сижу, зарабатываю, вы сами не обижайтесь, бесплатно ничего нету. Я тоже так же, как и вы, работаете, и я работаю в интернете. Да, 100 рублей для меня – это деньги, я песни включаю. Ой, ладно, хватит, Ольга Валерьевна, закрывайся, хватит мальдеть.